Вторая. Прах Келтузеда. На следующее утро на окраине Андорала. Что это? С помощью этой машины мы перевезем останки нашего господина. А не проще будет оживить его сразу, на месте? Прошу меня простить, повелитель, но существо, обладающее силой Келтузеда, можно воскресить лишь вместе со сосредоточением магических сил. В этих землях нет таких мест. Ладно, я понял. В путь! Ну что ж. Мы можем теперь загружать трупы внутрь. Итак, убейте паладина, приведите Артаса к могиле Келтузеда. Артас не должен погибнуть. Вы должны найти и забрать останки Келтузеда. Великий некромант был похоронен на кладбище посреди людского поселения, охраняемого рыцарями Серебряной Длани. Поэтому, чтобы добраться до могилы, вам придется сперва победить рыцарей. Угу. Окей. Говори, так, глупец. Повозок такие машины используются армией плей для сбора и хранения трупов. Наконец-то! Отлично. Ну, так как вот бурдалаки, по сути, являются трупами, мы... Никто не смеет их... мне приказывать. Фростморн жаждет крови. А до этого вы, типа, не могли идти или что? Полегче! Что? Чего? Наконец-то! Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Фростморн! Вы хорошо оценными орудиями используете для быстрого уничтожения вражеских построек. Ага, ну я понял. Типа вот этих. Ладно, ну давайте тогда еще? Сражаться дальше. Побежим. Во славу плети! Всего два юнита. Я не думаю, что возникнет большая проблема с этим. Я иду. Тем более, что юнитов можно отводить. И пусть они бьют кого-нибудь. Они, конечно же, будут всегда возвращаться и бить одного и того же юнита, ну ладно. Никто не смеет мне приказывать. Так, давайте изучать, что у нас здесь вообще есть. Твоя душа принадлежит мне! Артес, прекрати это безумие, пока еще не поздно! С дороги, брат! Я пришел за парой старых костей и не хочу, чтобы мне мешали! Ну да, я тоже бы не хотел, чтобы мне кто-то мешал. Давайте стрелять. Говори, по местности. Глупец. В данном случае вот в эту башню. Потому что вот эта башня нам принесет проблемы. Вот так можно еще делать, или уничтожая сразу несколько строений. То, что у них довольно большой пшитный АОЕ. Никто не смеет мне приказывать. Во славу плети! Наконец-то! Полегче! Во славу плети! Нет, мы потеряли его. Никто не смеет мне приказывать! Вот, конечно... Фростморн! Не могу поверить, что когда-то мы называли тебя своим братом. Нужно было сразу понять, что избалованному принцу не место в рядах Ордена. Ты осквернил имя Серебряной Длани! Да иду. Ребята, давайте вы не будете умирать под моими катапультами. Так, все, успокойтесь, пожалуйста. Ну что еще? Наконец-то! Свиток исцеления. Всех дружественных воинов устанавливает. Ну, мне, в принципе, это особо не нужно, потому что здесь можно похилиться вот таким образом. Полегче. Плюс... Вот так. Да иду.
Вроде дохавали, ну, все, все. Говори, одного мы, правда, потеряли. Обидно, ну, что поделать. Ладно, сейчас новых возьмем. У нас здесь кладбище же. Наконец-то! Магический круг. До этого мы их не встречали. Следуй за мной, некромант. Силы, которым ты когда-то служил, вновь призывают тебя. Я говорил тебе, моя смерть ничего не изменит. Что за... Кто это говорит со мной? Это я, Кел'Тузет. Я рад, что не ошибся в тебе, принц Артес. Вас только за смертью посылать, принц. Останки почти разложились. Мы не довезем их до Кель'Таласа. Кель'Таласа? Да. Только сила солнечного источника эльфов может вернуть Кел'Тузета к жизни. И что нам делать? У паладинов хранится особая урна. В ней мы привезем останки некроманта в нужное место. Добудь ее. Как скажешь. Ладно. Давайте жизнь строиться. За Нерзула. Ай, паладины, паладины. Ваша воля исполнится. Полегче. Где прольется моя кровь? Да свершится предначертанное. Ну, они, кстати, по-моему, никак не ускоряют строительство. Ваша воля исполнится. Здесь просто строится, да, как у... кое-каких других юнитов. Рудник должен быть проклят, прежде чем послушники смогут добывать из него золото. Повелитель. Давайте проклянем рудник. Попутно. Но он только на темной земле. Землю вокруг здания тьмы охватывает порча. Новые здания могут быть построены только на этой земле. Все, кроме некрополя. Ну да. Поэтому нам надо дождаться, пока никто не некрополь будет построен, и он уже начнет распространение гнили. Жизнь за Нерзула. Так. Ну ждем. Постройка завершена. Вот некрополь возведен. На всякий Ваша случай поставим вот так. Вот так. Три зиккурата на земле, нам надо. На земле, охваченной порчей, слуги тьмы быстрее восстанавливают свои силы. Все замечательно. Исполню с радостью. Па-па-па-пам. Склоняюсь. Послушников нам нужно 5, они будут добывать. Больше нам, в принципе, не нужно. Да, повелитель. Вот. Дерево у нас, по-моему, добывают урдалаки. Вроде как. Да. Поэтому наша армия также может добывать нам ресурс. Постройка завершена. Отлично. Создадим еще одного, наверное, послушника. Который постройка будет завершена. Постройка завершена. Создавать нам. Постройка завершена. Что-нибудь полезное. Давайте это сделаем. Так, по заданию. Похоронен на кладбище. Лагерь. Чтобы сокрушить оборону паладинов, вам необходимы свежие силы. Обустройте лагерь и пополните свою армию бурдалаками и троповозками. Логично. Урна. Убить паладинов, взять урну, чтобы останки Кел'Тузета не разложились по дороге в Кель'Талас. Прошу прощения. Их нужно поместить в особую урну. Такая урна есть у паладина в Серебряной Длани. Вы должны добыть ее перед тем, как отправляться в путь. Дополнительных заданий здесь вроде бы как нет. Длани ждут. Мне нужно срочно построить... Где кладбище. Прольется моя кровь. С помощью кладбища исполню мы сможем
улучшает некоторые наши строения. Нужно больше. Мне нужен склеп еще. Да свершится предначертано. Построим его, скорее всего, здесь. После того, как мы построим кладбище, мы сможем улучшать башню до башни духов. Таким образом, она сможет... Те, кто похоронен на кладбище, будут верно служить вам. Я жажду служить. Вот, таким образом, она сможет атаковать юнитов, которые на нас могут нападать. Пока что я не могу... Где прольется сделать. Моя кровь? Да, повелитель. Ваша рудника одну тоже поставим. Да, это, по сути, как постройка для увеличения народу в твоей армии. Поэтому почему нет? Кстати, вурдалаки добывают деревья, по идее, быстрее, чем люди. Ну, плюс у меня их много, поэтому... А, ну и носят они, кстати, его больше. Постройка завершена. Люди, по-моему, по 10 носят, урдалаки по 20. Постройка завершена. Вроде как. Все, задание выполнено, склеп построен. Можно строить урдалаков, можно делать улучшения. Урдалаки будут собирать лес для ваших построек. Первое улучшение повышает силу атаки урдалаков, труповозок и прочего. Второе — повышение защиты постройка всех. Постройка завершена. Нужно больше золота. Всегда упираемся в золото. Его нужно всегда больше. Больше, чем нужно. Постройка завершена. Нужно больше золота. Ну, ждем накопления. Чего? Я думаю, мы знаете, как сделаем вот так вот, наверное. Вы больше не будете добывать. Будете остовом армии. Наступают. Вот на нас наступают живые. Говори, глупец. Давайте мы с ними разберемся. Откатаем троповозки. Завершено. Троповозки, по-моему, никак нельзя. Чего желает, восстанавливать, вроде как. Насколько мне не изменяет я память. Я жажду служить. Действительно, нападают на нас именно с этой стороны. Исполню, поэтому есть логичный вариант, что мы вот здесь поставим еще да, одну. Повелитель. Я как раз боялся, с какой стороны на нас начнут нападать. Но на всякий случай решил подготовиться с двух сторон. Вот здесь сейчас все вырубит. Все дерево, которое здесь есть. И ну мы пойдем еще? Дальше. Где прольется так. Моя кровь? Постройка завершена. Я думаю, что мы можем построить, наверное, нужно больше золота. Еще один склеп вот здесь, дабы увеличить производство урдалаков. Хотя это ваша не столь задание завершено. Постройка завершена. В принципе, все улучшения чего? Сделал, атака у них улучшена, защита у них постройка тоже улучшена. Завершена. Никто не смеет мне приказывать. Так, мы, наверное, вот сюда отодвинем пока наши основные строения. Ну, ого, что строения. Еще? Оборонительные системы, так сказать. Фростморн жаждет крови. Так, давайте кликнем на него. Нужно и... больше золота. Полегче. Туда загружать. Пока давайте прогуляемся вот сюда, посмотрим, что здесь есть. Здесь есть каменный голем. Вот так-то лучше. Ты прогуляет узнаешь, и, как мне уже сказали и напомнили, невосприимчив к магии. Угу. Вас почему-то... Чего? Направили вот сюда, хотя там быть не должны. Ну что еще? Все, каменного голема мы убили. Гуляет еще один. Постройка завершена. Наконец-то. Постройка завершена. Поглядим, что здесь вообще есть. Вот так-то лучше. Так, здесь люди у нас. Да иду. Полегче. Отлично. Никто давайте выведем не опять артиста. И не надейся. И попробуем, чтобы... Да, все, голем на него загрелся. Все нормально. Славу плети. Смотрим, наконец-то. Что здесь есть еще. Возможно.
Фростморн жаждет крови. Здесь есть что-то интересное. Во славу плети. Нас напали. Фростморн да, тут есть действительно что-то интересное, а именно большой-большой страшный голем. Говори, глупец. Аж 9 уровня. Живые наступают. Который очень нас больно бьет. Да иду. Ну что еще? Наконец-то. Жесткий голем, я вам скажу, друзья мои. Никто не смеет мне приказывать. Мы его, конечно, заперли, но... Вот так-то лучше. Твоя душа принадлежит мне. Фростморн жаждет крови. Он успел. Наконец-то. Он причем агрится на слабых, он не агрится на всех подряд. Это обидно. Ладно, но мы восстановим, думаю, армию. Главное ее сейчас добить просто. Вот так-то лучше. Да что тебе? Все, шикос. Че, амулет энергии нам дали. И учение маны героя на 150. В принципе, тоже неплохо. Все армии, конечно, остался такой. Я, по сути. Но, как я уже сказал, я не зря сделал склепы, которые позволят мне клепать больше народу. Дерево, я думаю, 2000 нам, в принципе, хватит. Плюс до сих пор у нас один из вурталаков добывает. Так что все ок. Я жажду служить. Вот не помню, может ли он чинить. Повелитель. По-моему, да. Да, он может. Отлично, давайте сбегаем глупец. Вот сюда, пока нас не очень много. Фрост посмотрим, что же здесь крови. Есть. Здесь есть олени. Полегче. Больше здесь ничего наконец-то. Не вижу. Наконец-то. Хорошо. Фростморн жаждет крови. Никто не смеет. Давайте добавляем нашу замечательную армию. Угу. Угу. Говори, глупец. Так, никто здесь, да? Не смеет мне приказывать. Наконец-то. Все нормально, ладно. Вот прям с деревом бежит на перевес, красавчик. Ну что еще? Давайте. Вот так-то лучше. Наконец-то. Во славу плети. Ух ты, йети. Никто не смеет чего? Мне приказывать. Серьезно, я увидел живого йети. Ничего себе. Ну что еще? Такой милашечный. Живые наступают. Никто не смеет мне приказывать. Здесь, по идее, наши башни в идеале спокойно справятся, да. Никаких проблем не вижу. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Помогите! Наконец-то. Вернулась. Так, во отлично. Славу плети. Наконец-то. Опа. А что? Я люблю людей. Я устал ждать. Скучно ему, короче. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Коли ему скучно, это проблема, конечно. Так, мост они здесь сломали, да? То есть этой деревне уже никак не помочь. Того. Я заставлю тебя страдать. Фростморн. Хорошо. Снизу мы, получается, все исследовали. Давайте быстренько вот сюда. Говори, добавляем глупец. Еще одного. Да иду. Нужно больше золота. Ну что еще? Проблема. Так, не проходят мимо. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Пойдем вот сюда, вот посмотрим. Фростморн жаждет крови. Ту часть вот карты, которую мы не лучше. Видели. Во славу плети. Возможно, там что-то есть интересное. Вот так-то лучше. Наконец-то.
Здесь действительно есть кое-что интересное. Есть маги-разбойники. Которые как бы люди, но как бы маги. Так, а отсюда, а как мы вообще сюда прошли-то вниз? Нас телепортировало тогда, что ли? Кто его знает? Ладно, у нас есть левел. Скорость перемещения. Средняя. Скорость перемещения. Так, ну давайте на 20% еще увеличим восстановление. Фростморн жаждет крови. И, в принципе, ждем, надеемся и верим. Так, здесь полный второй стак. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Теперь можно наконец-то просто... бежать на всех и вся. Проклятый изменник! Ты недостоин имени своего отца. Если нам не знаю, в срочном порядке нужно бить его. Утор поручился за тебя. Да боже, разбить ты эту бедную. Грязь его доброе имя. И заслуживаешь смерти. Цель неуязвима, серьезно? Никто не смеет мне приказывать. А ведь он пока болтал, он был неуязвим. Говори, глупец. Ну что еще? Ну и ладно. Фростморн жаждет крови. Пока, друже. Полегче. Ты был мне друже. Вот так-то лучше. Что поделать? Наконец-то. Теперь нет. Вот так-то лучше. Опять же, лечебное зелье здесь есть. Посмотрим на деревню с обратной стороны. Ну что еще? Будет убить паладинов. Полегче. Чего? Ну что еще? Надо будет вот эту фигню на самом деле снести для начала. Говори, так, давайте глупец. Целебное зелье возьмем. Фростморн жаждет крови. За короля мертвых. Ох ты гад. Ну что еще? Я не дам ему умереть. Твоя душа принадлежит мне. Ну-ка, убейте его по-бурому. Я заставлю тебя. Давайте, Даня. Ну, Артск самый умный такой решил здание обычное поубивать. Ладно. Ничего страшного. Полегче. Вот так-то лучше. Говори, глупец. Так, а ну-ка идите сюда. Хавайте трупа. Никто не смеет мне приказывать. Здесь, в принципе, все похавали. Здесь ничего такого нету. Говори, глупец. Ладно, пойдем дальше вниз. Никто не смеет мне приказывать. Посмотрим, что здесь есть. Кого мы можем встретить? Что здесь на мосту? Здесь никого нету. Говори, глупец. Чего? Вот. Во имя света. Да утро, боже ты мой. Твое предательство разбило утро сердце. Он был готов отдать за тебя жизнь. И вот как ты отплатил ему. Точнее, это Карриган, это не утро. Ну что еще? Наконец. Ну, они похожи. Никто не с утром, на самом деле. Во славу плети. Печатка скорости, отлично. Ну что еще? Чего? Никто не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. Полегче. Быстро выносим эту гадость. Никто не смеет мне приказывать. Ребята, давать трупы. Ну что еще? Полегче. За короля мертвых. Благо те, которые кушают, не отвлекаются на остальные проблемы. И, в принципе, все улучшено. Я не думаю, что здесь есть какие-то проблемы. Говори, глупец. Ну что еще? Чего?
никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Давайте уничтожайте конкретное здание, пожалуйста. Спасибо. Вот так-то лучше. Сейчас пополним нашу замечательную армию. Полегче. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Твоих не надо. Говори, глупец. Сейчас они как раз выйдут. Отлично. Полегче. Чего? Говори, глупец. Да и ну. Никто не смеет мне приказывать. Все, все, ну что разрушили, еще? А? Говори, глупец. Пес. Твой отец правил этой страной 70 лет, а ты уничтожил все за несколько дней. Как трогательно, Утор. Отдай мне урну, и ты умрешь без мучений. В ней прах твоего отца, Артес. Неужели ты осмелишься вновь оскорбить его память? Ха, я и не знал, что в этой урне, но это не важно. Так или иначе, я получу то, зачем пришел. Нужно построить... Эх, больно не будет. Ну, конечно, сильный противник. Ну, что еще? И плюс он неуязвимый. Это проблема. Ну как убивать неуязвимое? Никто так не смеет мне приказывать. Во славу плети! Говори, глупец. О, он стал уязвимым, ура. Никто, а, он щит на себя повесил, походу. Ну да, с баблом он, конечно, силен. Говори, глупец. А без бабла тоже не так силен, да? Фростморн жаждет крови. Вот гад опять на себя щит повесил. Никто не смеет мне приказывать. Во славу, блядь. Серьезно, он лошадок хилил. Смешно. Пока, Утор. Надеюсь, для тебя уже приготовлено место в аду. Боюсь, мы этого никогда не узнаем, Утор. Все дело в том, что я собираюсь жить вечно. Урна с прахом короля. Ну что еще? Так, ну сейчас мы ее, конечно, возьмем, но перед этим аккурат. Давайте я хочу прогуляться. Вот так-то лучше. Все-таки в самый низ, посмотреть, что там вообще есть. И есть ли здесь вообще что-то? Что урну-то мы всегда успеем взять. Говори, глупец. Овца, 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 полегче. Овца. Фростморн жаждет крови. Да иду. Говори, глупец. Чего? Ладно. Наконец-то. Забираем урну. Во славу плети. Все. Магическая урна, некогда служившая вместилищем прах короля. Отлично. Теперь ты можешь отправляться в Кельталас. Ничего ему не рассказывай. Меня можешь слышать только ты. Не доверяй повелителям ужаса. Они служат королю мертвых тюремщиками. Я все расскажу тебе, когда вернусь в этот мир. Ну что ж, еще одна серия пройдена. Всем спасибо за внимание, с вами был, как всегда, ЭДС, и всем пока, удачи, друзья мои. Свидимся в следующей серии. В принципе, как всегда.